Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Розе. Сейчас я покажу, как установить Purple. Это элементарно просто. Снизу под видео будет ссылочка, по которой вы перейдете и скачаете файл. И затем установите на свой ПК. Устанавливаем в любое место на вашем ПК, где вы пожелаете. После установки заходим в Purple. Вас ждет выбор региона. Выбираем один из 8 входов учетной записи. Я выбрал вход через номер телефона. Выбираем оператора, вводим номер телефона и ждем код подтверждения. Если у вас еще нет аккаунта, то пройдите регистрацию. Если вы захотите зайти с аккаунта, который регистрировался на корейском сервере, то у вас не получится. Вам придется создавать новый аккаунт. Если вы сделали все правильно, зарегистрировались, вы зайдете в Purple. И вам нужно дождаться обновления, после чего Purple перезагружается, и затем обратно входим в Purple. После того, как зашли в Purple, нажимаем на обновление, ждем конца загрузки, и все. Вы в Lineage 2 Mobile. Души! Мне нужны свежие души!